Вечерний Уфе 50. Полувековой юбилей газеты отметили большим праздничным концертом. На торжество прибыли не только звезды башкирской сцены, но и журналисты, всю свою жизнь посвятившие вечерке. Репортаж Галины Заводниковой. В зале нет свободных мест. Отметить юбилей главного печатного издания столицы Башкортостана пришли не только сотрудники, но и его друзья и герои материалов «Вечерней Уфы». Первый номер газеты вышел 1 января 1969 года. Вот уже 50 лет «Вечерняя Уфа» читаема и любима жителями столицы Башкортостана. На сегодняшний день вышло 13 320 номеров газеты. На сцене выступили звезды башкирской эстрады, чью жизнь и деятельность «Вечерняя Уфа» освещает многие годы. Аллу Докучаеву зал приветствует стоя. Журналист, писатель, автор более 20 художественных и документальных книг, заслуженный работник культуры Башкортостана. Более 30 лет Алла Анатольевна отдала вечерке. Работала ответственным секретарем и заместителем главного редактора газеты. Именно для «Вечерней Уфы» она начала писать свои детективные истории. Вечерка была всем. И жизнью, и работой, и семьей. Газета тогда была для людей. О людях, и вот связь с читателями была просто огромная. У нас же были 100-тысячные тиражи. Во время торжества журналисту Флориду Шакирову присвоили звание заслуженного работника печати и средств массовой информации Республики Башкортостан. Он работает в «Вечерней Уфе» уже более 3 десятилетий. Толстая папка вот такая у меня лежит дома. От отдела спорта до отдела пропаганды. И последние годы специализируюсь на животных. Все сотрудники газеты, бывшие и нынешние, отмечают, что открывала ее легендарная команда – творческие, одаренные люди. Газета – это была самая читабельная, самая веселая, самая оперативная. И сегодня «Вечерняя Уфа» остается изданием со своим характером. Какой мы ее создавали? Откровенный, искренний, в то же время газеты в галстуке. Мы никогда не хотели, чтобы наша газета имела, как говорят, желтый уклон. Мы остаемся газеты в галстуке, газеты интеллигентные, стараемся делать газету умную. Меняется верстка и оформление, дизайн и подача материала. Но в эпоху цифровых технологий у «Вечерней Уфы» по-прежнему есть свой читатель. Газета выходит тиражом более 6 тысяч экземпляров. Галина Заводникова, Рената Скужин, «Россия. Культура. Башкортостан».